Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 284. Нам дана прямая А и отрезок АБ. И нам нужно построить прямую П, параллельную прямой А, и так, чтобы расстояние между прямыми А и П было равно АБ. Начнем построение с того, что выберем произвольную точку на прямой А. Пусть это будет точка С. И теперь через точку С проведем прямую, перпендикулярную прямой А. Пусть это будет прямая М. Мы ее провели перпендикулярно и запишем прямая М перпендикулярно прямой А. А теперь от точки С отложим отрезок, равный отрезку АБ. Получим точку М. Запишем, что отрезок С мы построили равным отрезку АБ. И теперь через точку М проведем прямую перпендикулярную прямой М. Прямую П мы провели перпендикулярно прямой М. И теперь, поскольку прямая А перпендикулярна прямой М и прямая П перпендикулярна прямой М, две прямые перпендикулярные третьей параллельны. То есть прямая П параллельна прямой А. Причем расстояние между прямыми – это перпендикуляр СМ, и он равен отрезку АБ. Таким образом, прямая П и искомая прямая. Но эта задача имеет еще одно решение. Если мы от точки пересечения прямой М с прямой А, от точки С, опустим вниз отрезок АБ, отложим отрезок АБ, получим точку N, и СН – это расстояние равно АБ. И теперь проведем прямую через точку N параллельно. Обозначим прямую N, и эту прямую мы построили перпендикулярно прямой М. И тогда, поскольку прямая N перпендикулярна прямой М, и прямая А перпендикулярна прямой М, то это значит, что прямая N параллельно прямой А. И расстояние CN между прямыми А и N равно отрезку АБ. Таким образом, прямая N – это тоже искомая прямая. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. Если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.